Наконец-то услышали рев моторов. В этом году начало ралли-сезона было особенно долгожданным. Пандемия не позволяла проводить гонки. Были тренировки, виртуальные заезды, но сравнить все это с настоящими гонками невозможно. Для нас действительно большая тренировка перед серьезными ответственными мероприятиями, как ралли-шелковый путь, ралли-Дакар. Вот. Мы здесь испытываем технику, испытываем и пробуем наши молодые экипажи, штурманы, пилоты, механики, пробуют себя в новых ролях. Вот. Ну и, конечно же, чудесная трасса, мы ежегодно сюда приезжаем. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на время стал участником экипажа гоночного КАМАЗа Эдуарда Николаева, символически открывавшего гонку. Погонять в машине чемпионов мечтает каждый. Многие из вас уже не первый раз приезжают сюда для того, чтобы покорить наши степные барханы. Кому-то это предстоит сделать первый раз. Я хочу пожелать всем спортивной удачи, исправной техники и получить удовольствие от предстоящей гонки. В первый день не обошлось без сюрпризов. Коварный бугор стал причиной поломки переднего моста на машине Сергея Куприянова. Починкой займутся механики команды. Главное, экипаж остается в гонке. В одном месте у нас, к сожалению, была ошибка пилотирования, которая привела к поломке. Поломка достаточно серьезной. Она потребовала длительного ремонта. Количество дней чемпионата решили сократить. Ралли завершится уже в субботу. Там и узнаем имена победителей «Золотого Кагана». Алмаз Гафиатов, ТНВ, Астрахань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843-5705-100. Күтілмеген қунақ күттіріп кіне интернет-шелтерлеріне де келіп жетті. Қазір бұл фильмнің барлық серияларын ТНВ Ру сайтында қорап болады.